have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, мы продолжаем страдать в Министерстве вещания. Так, ладно, в эту сторону было проще. Блин, вот этот прыжок будет сложный, если что. Ладно. Это оказалось немножко проще, чем я думал. Но вот следующий прыжок точно будет сложным. Ёлки-палки. Ух ты ж! Пожалуйста. А зачем мне туда? Это что, свитч? Как хотелось бы поиграть на него в Ministry of Broadcast. Там Switch лежит внизу, если что, Nintendo Switch. Это тоже маленький такой намек разрабов, что было бы круто поиграть в это на Switch. Ладно, еще одну маленькую пасхалочку нашли. Так, это что, Switch? Тут хватает юмора, тут хватает таких маленьких моментов. Блин... спасибо. А, я что? Я понял. Ну, частично понял. Я думал, там какой-то тайминг. Нет, это не тайминг, это... Вот что это. Ха-ха, бегать тут тоже нельзя. А что? Ясно. Туда нам в принципе не надо. Это глупо. Куда нам дальше? Ладно, попробуем. По вот этим шелком или... А, вон же ящики. Блин, что я туплю? Я не знаю, почему-то я не могу определить, где текстурный момент, а где нет. Вот же ящики прямо перед нами, на них надо залазить. Нет! Понятно. А как? Я вспомнил, мне нужно прыгнуть так, чтобы зацепиться. Было такое уже, когда мы пытались достать ботиночки. Мне нужно там прыгнуть таким образом, чтобы зацепиться. И тогда я вскарабкаюсь на эту штуку. Блин, это сложно. Ладно, можно. Ладно, можно. Ладно, это выполнимо. Хотел сказать, зачем мне ящик, но, видимо, на лопасти вертолета забраться, что ли? Кто-то оставил вертолет. Еще бы уметь управлять этими штуками. Я не могу за... Зачем ящик тогда? Подождите. Зачем тогда ящик? А, вон, вон же, на нем же нарисовано. Скинуть вниз, он там что-то сделает. На ящике же все есть. Че? Там, по идее, взорвалась... Блин, давайте рискнем. Там, по идее, взорвалась та бомба, что ли, на которой он... Да, он мне открыл проход. А что тогда было там наверху? Да, блин, надо было пройти. Тут техника. Наверх никак. Я не хочу бежать, я не знаю, что сейчас будет. И
или ничего не будет. Смотри, это Джо, кстати. Предатель. Что? Джо? А, получил по заслугам. Его застрелили за... Ну, то есть это скриптовый момент, так должно было быть. Я ничего вроде сделать не могу. Ух. Я не знаю, почему я в эту сторону иду. Можно идти и в другую. Что произошло? Ну, наверное, можно идти. Да, можно идти в другую, просто... Пойду сюда. Я жив? Я в лимбе? Быстрее идти нельзя, кстати. Моя голова... Надеюсь, я не поломал никакого казенного имущества. А да, сейчас только об этом переживать. Джо. Ворона. Ты это тоже видела? Да. Но учитывая, что ворону видишь только ты... говоришь не только ты, то это явно плод твоего воображения. Это мы давно уже поняли. Ворона. Да где эта птица, когда она нужна? Надо просто идти вперед. О, я типа нормально? Да где эта птица? О, погодите. Это же койки, кровати, типа home написано, да. Это чьи-то жилые комнаты. Я вообще не понимаю, что происходит. Что из этого реальность, что из этого сюрреализм. До этого я хоть как-то еще мог где-то что-то отличить. Сейчас я вообще не понимаю, что является аллегорией, а что является правильным. Submarine Den? Серьезно? К подлодкам? А тут тогда что? Construction. Типа осторожно, на голову может что-то упасть. Вроде тут можно подняться. Я не знаю, зачем я это все делаю. Мы здесь уже были. Это вот как раз ачивочка с Цеппелином. Нет! Нет! Ай, меня сосулькой убило. А что будет, если я вниз пойду? Черт, я уже тут. Я не знаю, у меня тут разные дороги. Можно идти так, можно идти так. Беги! Это все падает к чертям!
Я не могу быстрее двигаться, оно сейчас все упадет к черту и меня тут прикроет. Почему я лезу наверх? Зачем я лезу наверх все это время? Я все, не могу двигаться. О, вертушка! Меня заберут? Ты что это делаешь? Я... опоздал на допрос. Запрыгивай, тут небезопасно. Так, эпизод 4. Сложно это произнести. Джо мертв. Да, конкурсант, известный тебе под именем Джо, погиб при бомбардировке. Ну, как бы нет. Почтим его память минуты молчания. Ладно, чтим. Ну, мы прям минуту будем молчать? Хорошо. Тогда такой вопрос. Что ж там было в подводных лодках? Я думал, что нам туда как раз, а наверх это такой бонусный вариант. А что было бы, если пошел в подводные лодки? Мне сейчас чертовски интересно. Мы прям реально минуту будем молчать? Ну, от этой игры я могу такое ожидать. Это вполне реально. Кстати, Джо-то, он не при бомбежке погиб, его расстреляли. Ну, вы понимаете, за что, да? Странно. Странно вообще все, что здесь происходит. Вообще все, что здесь происходит, очень странно. Ребят, может, минута закончилась, а? Я просто не засек, когда она началась. У меня штукатурка сейчас всю голову покрасит, я перестану быть рыжим. Я точно хочу пропустить... Ну, типа, если я нажимаю на F... Кажется, прошло больше минуты. Да, хорошо. Годится. Это все относительность, правда? Да, сэр. Ты не такой отзывчивый, как обычно. Грустишь за Джо? Не уверен. Джо нарушитель. Он пытался сбежать. У него была такая роль? Нет, это его личное решение. Свобода воли. Та еще тварь. Да. Эх. Думаешь, от скорби твоя популярность повысится? Нет. Погиб только один конкурсант. Это всего лишь 5.8 погибших в этом сезоне. Один из самых низких показателей в нашей истории. Вам всем следует гордиться. Ну, бомбардировка закончилась. Пора в постель. Давай, чувак. Завтра последний день. Нужно хорошенько выспаться. После бомбардировки уцелела только 8-я комната. Как странно. Так что сегодня все спят там. Хорошего эфира. Сказать странно, это ничего не сказать. Ну что ж, двинули. Мы слышим все, мы видим все, бла-бла-бла, да, это было. Ах, заткнись. Ты и так его не слышал всю игру. Арена, VCO. Это моя кровать сверху. Эй, ребят. Где мне спать? Тихо. Только о себе и думаешь, все уже спят. Приткнись куда-нибудь и замолчи хоть ненадолго. Но... Ладно.
Это стульчик, да, как раз хотел сказать, мне как раз подойдет. Репрессии, депрессии. Воскресенье, день пятый. Сфигли тут кто-то что-то бомбил, что вообще происходит? Может, нам какие-то ответы дадут, хоть немножечко? Ну, кроме тех собственных умозаключений, которые мы можем сделать, хотелось бы все-таки ответов. Где все? Пора следить на последнюю арену. У меня до сих пор нет ботинок. Что? Да ничего. Хорошо, проследуйте. За всю игру я нашел только 6. 6 это треть того, что здесь было спрятано. Значит, кроме тех мест, где я догадываюсь, что есть ботинки, есть еще столько же мест, где я даже не догадываюсь, что есть ботинки. Эй, усатый. Ты не идешь на последний эфир? А, он с чуваком сверху разговаривает, я его не заметил сразу. Я не знаю, зачем мне сюда. Я просто пришел проверить, а оно работает. Незачем, правда, но работает. Эй, усатый. Да, это все было. Мы просто пробегаем мимо, срабатывает этот скрипт. Я не знаю, почему второй раз. Эта игрушка просто набита всякими секретами. Эй, рыжий. Куда намылился? О, арена же туда, нет? На арену. Сегодня последний день эфира. Направляйся к входным воротам. А, нам все-таки туда. Тебя там ждет грузовик. Если мы еще третий раз будем спрашивать у усатого, а ты не поедешь? Ты вообще делаешь на... Что ты вообще делаешь на этой башне? Давай, вали уже, или я тебе башку продырявлю. Мне твоя рожа с первого дня не понравилась. Отсюда она вообще мерзко выглядит. Да, немножечко это. Так что только дай мне повод, и тебе кранты. Не надо про усатого, пожалуйста. Фух. Вот и где. Как обычно, опоздал. Ну да ладно. Сегодня хороший день. И никто не в силах испортить мне настроение. Ну, наверное. Куда мы направляемся? Спокойствие, рыжий. Ты скоро все увидишь. Полезай в грузовик и поехали. Я ничего не делаю сам. Final stage. Последнее задание, последняя сцена. Последний уровень. По-разному можно интерпретировать. Давай, полезай. Выглядит зловеще. No books allowed. Тут не разрешены книжки. В библиотеку туда. Экспериментальная выставка. Best of Ministradram или что-то такое.
Закрыто на сезон, скоро появится. С3, С4, С3. Так, монументальненько все выглядит, если что. Ботиночек не найдется. Ясно. Нам в первую. В эфире, если что. Добро пожаловать на последний эфир. Теперь реальность еще реальнее. Каждый раз так волосы поправляют. Хопа! Я могу? Могу. Что это? Эта башня просто нарисована. Так полагаю, что мне вниз. Не буду торопиться. А сюда никак. Внимание, что-то-то там. Игра... Снежок. Игра на самом деле очень круто справляется с опцией все объяснить, все рассказать. Просто... Снег как настоящий. Просто я не всегда в это вдупляюсь. Опасность. Констракшн. Я не могу сюда запрыгнуть? Нет. Полезай наверх. Там вообще-то труп из канализации торчит. Но это не мое дело, наверное, да? Запись в журнале номер 4. Лезу по лестнице. Карабкаюсь по лестнице. С уверенностью и смаком. Очень... Звучит очень похоже на нашего героя. Так что, да, я немножко предугадал. Просто исходя из того, как он и что раньше говорил... Опа, вот так делать не надо, наверное. Так, там у нас еще протестующие. Вот этот плакатик, когда котейка держится на веточке и написано «Hang in there», держись там. Погоди. Ай. Реально мог сдохнуть. Я подумал, что там на крышу можно. Ну ладно. Зачем? Не, ну снова я на это не куплюсь. Тоже мне нашли простофилю. На что ты не купишься? Зачем я все это делаю? Да, мне этих ребят... Понял. Но мне нужно как-то... А, мне нужно ящик обвалить. А как мне это сделать? Ящик мне позволит сделать... Блин, так, я понимаю, что вот это мне нужно будет поверху добегать для того, чтобы вовремя выключить свет, чтобы тот чувак побежал и упал на шипы. Он попадет на шипы, я смогу по ним перебраться. С этим вроде мы разобрались. Что мне делать с чертовым ящиком? Стрелять я не могу никак. Туда я вроде не могу никак попасть. Как мне ящик дропнуть?
Там сверху мне показывают вроде какой-то шарик, не шарик. Видите, здесь срабатывает какой-то фильтр. Это немножко странно, согласитесь. Минуточку, сказано, нажмите на кнопку, эта штука упадет. На какую кнопку? Где? Или же нужно, чтобы эта штука упала, чтобы сработала кнопка. Даже скорее именно вот в этом формате. Тут вон сказано, лопните шарик, но... Ну да, тут, естественно, я не допрыгиваю, я и не должен, по идее. Это интересное место. Я пока не понимаю его механики. То есть мне нужно... Вот это мне нужно исключительно для того, чтобы они побежали и убились. Эта кнопка, по-моему, ни за что больше не отвечает. Что я могу еще сделать? Крысы. С ними я ничего тоже сделать не могу. Кстати, а я могу успеть забежать внутрь? Нет, меня не пускают туда, потому что я потом не выбрался, значит, мне не туда. Ладно, ребят, тогда давайте я подумаю, что делать дальше. Вернемся тогда в следующей серии. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодышек. Всем покеда.